Привет, интернет, это Выживатор, и сегодня я продолжаю выживать в игре The Solus Project. В прошлый раз мы забрались в какой-то непонятный храм инопланетный и нашли там комнату, в котором была еда и вода. Продолжим исследовать его. Играть будем до первой смерти, если персонаж погибает, игра заканчивается. Посмотрим, сколько я продержусь еще. Ловушек. Да, какой-то ящик. Посмотрим, что там. Еда, прекрасно. Так, там какая-то палка. Мне кажется, это я ее и ставил. Да, точно. Оказывается, я ее оставил специально для того, чтобы для себя отметить, что это проход, что я туда пошел, а по факту я сделал круг и вернулся с другой стороны. Ну ок. Все дороги ведут в Рим, значит. Так, интересно, что здесь такое? Надеюсь, меня тут не закроют, если я что-то дотронусь. Дает стойкость к обезвоживанию. Шикарная штука. Здесь что? Так, это интересно. Здешние обитатели очень похожи на людей, но с очень необычной формой головы. 5 пальцев на руках. Ногах. Правда, на ногах очень странные пальцы. Как у обезьян. Но в целом похоже на наших родственников немножко. Я имею в виду человека. Не конкретно моих родственников. Так, осторожно идем, потому что мало ли что здесь может случиться. Выпрыгнуть, выстрелить. Вот это не внушает, честно говоря, оптимизма. Но вроде бы это не... Он не здесь умер. Так, что это такое? Такой дилер сидит. Купи мой артефакт. Не, я, братан, его вот так возьму, спасибо.
там этими осколками очень хорошо светит. Так, ну это, наверное, какой-то секрет был. Так, я все-таки еще на всякий случай пройдусь, посмотрим, может, я что-то упустил. Да нет, вроде бы. Наверное, по какие-то деньги. Сельское хозяйство, да? Начало. Как будто бы кто-то прилетел. Какие-то боги, полубоги. Планетяне на эту планету.
камень на всякий случай, его, наверное, тоже возьму, может пригодиться.
This planet isn't as untouched as we thought. I need to report back. I need to record this. Wilson, record. This is Octavius Skene, environmental analyst with the Solus III detachment on Gliese 6143C. I landed on an archipelago. Lots of rock and tough flora. As far as the eye can see is shimmering ocean. The atmosphere seems habitable, but it might be volatile. I'll keep gathering data. I followed a strange sound after the crash, which led me into a series of caves. And there's more than just geology and dripping water down here. There are signs of civilization, carvings, mechanisms, buildings. We're not the first beings here. I found a skeleton, a humanoid skeleton, with a strange elongated skull. I don't know what to make of it. Its skeletal structure is so similar to ours. I need to keep going. I'll see if I can find a way to link with the satellite and submit my data. Scan out. Интересно.
щетинистого нароста. Ну, обойти-то их без проблем, наверное, можно будет. Как-то так, бог. Вернуться будет проблематично. Стену и шестеренки как где-то нужно было найти. Честно говоря, не очень хочется проходить мимо этих. Thank you.
дальше, узнаем в следующем видео.